Всем привет, ребята, с вами я, Нубик в Майнкрафте, и сегодня у меня для вас очень плохие новости. Впрочем, смотрите, мир в Майнкрафте закончился, ребята, смотрите, он закончился, тут какой-то обрыв, неизвестно какой длины, я не знаю, на протяженность какой он туда идет и какой туда, но я ничего не вижу своими глазами. Вот вы что-нибудь видите, кроме пустоты? Вот тут пустота, просто я даже ничего не вижу. Вот тут вот. И я вам предлагаю как-нибудь, я не знаю, сколько нам блоков понадобится, перейти на ту сторону, если там, конечно же, что-то, конечно же, есть. Интересно, что интересно там есть? Что-нибудь интересное? Очень интересно. Да, смотрите, что у меня с собой есть. У меня с собой не так уж и много предметов. У меня есть с собой ведро воды, ведро лавы, саженец дуба, 11 костной муки и 3 ляки блока, ребята. Целых 3 ляки блока, которые нам сейчас помогут. А давайте их как раз ломаем. Вот тут вот поставим. Смотрите, какая нам броня выпала. Интересно, а зачем она нам нужна? Такая броня, вот, вот такая вот красивая, зачарованная. Я не знаю, зачем. Давайте второй ляки, ну, рядом поставим. И что это такое? Сейчас молния бубухнет, и все. И ничего интересненького нет. О, ребята, 14 этих обсидиан-то, вы представляете? Они реально круто. Так, ребята, первым делом, я думаю, надо нам построить... И это как он, бесконечный источник булыжника, да. Сейчас я вот немножечко раскопаю чуть. Вот так вот. Так, раз, два, три, четыре. Уа! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, я думаю, где-то так хватит. Я не очень умею делить эти блоки. Вот тут вот надо сделать эту пануль, вот. И забрать водичку обратненько. Вот, вот так вот. И обратно наполнить ее. И вот тут вот запускаем ляву. И у нас получается бесконечный источник булыжника. Да. Вот тут вот надо еще немножечко сломать, чтобы мы его могли нормально собрать. И давайте вырастим наш дуб. Вот тут вот. Ой, фух, ребят, я думал, я его сломал, и он нам обратно не выпадет. Вот это я тюпанул. Давайте сломаем наш дуб, вот этот, который только сейчас вырос, и заберем с него дощечки, из которых мы сделаем верстачок. И из верстака мы сделаем, точнее, в верстаке сделаем мы с вами кирку, чтобы ломать булыжники на наши вот эти вот. И потом сделаем каменную кирку и спустимся в пещеру. Тут есть пещера, кстати, в плоском мире есть пещера. Ребят, вы представляете? Я такого никогда не видел. Очень странный мир какой-то. Так, делим верстачок. Так, где у нас этот бесконечный источник-то? Вот тут вот поставим вот его вот тут вот. Так, и сделаем палечки вот эти вот. И кирочку. Вот, офигенно. А, это не кирочка. Вот она, кирочка. Это, бля, мотыга. Вот, давайте же спустимся в шахту, так сказать, прям на краю мира, ребят, вы представляете? Вот она, ребят, смотрите. Так, мне нужна деревянная кирка, чтобы ломать тут все. Вот. Ай, блин, надо, ребят, наверное, лопатку с собой взять, чтобы копать землю, а то тут вообще неудобно без нее как-то будет. Давайте я поднимусь наверх и скрафтим нашу лопатку. Да. Ребят, кстати, я забыл вам сказать пример, который мне задали по математике. Ребята, в общем, смотрите, пример таков. Сколько будет 10 умножить на 10 и разделить на 5? Ребята, вообще сложный какой-то пример мне математичка задала, это тупая. В общем, напишите мне обязательно в комментариях 10 умножить на 10 и разделить на 5. Вот, да, ребята, все, пишите в комментарии свой ответ. Лучшие ответы попадут в мой ролик, в книгу почета. Вот, давайте с вами сломаем булыжничек один. Я, кстати, решили сделать уже каменную эту лопатку, а не деревянную. Зачем я ее сделал, я не знаю, только зря доски потратил. Давайте вот так вот возьмем и сделаем еще немножечко палечек.
И вот мы сделали с вами лопатку. Слушайте, надо поставить день, рассвет. Вот, еще дошло. А вон солнышко уже высветилось. Ой, что-то сделали нехорошее. Вот. И давайте спустимся обратно в нашу пещерку и начнем копать наши руды. Там все такое. И, наверное, они тут будут. Так, берем деревянную кирку. И сейчас, кстати, можно сделать каменную кирку, чтобы быстрее ломать эти блоки. Вот, смотрите, уже уголь есть, ребята. Я думаю, это уже хорошо, то, что тут уголь есть. Вот. Так, о, я упал из мира, ребята, вы представляете? Ой, я упал. Ребята, у меня все вещи пропали. Ребята, смотрите, у меня не все вещи пропали, оказывается. У меня остались кирка и каменная лопатка. Я не знаю, откуда они взялись, но я думаю, это очень хорошо. То, что они остались у нас. Вот. Давайте продолжим копать булыжничек и уже начнем делать мостик на ту сторону бесконечности. Надеюсь, мы что-нибудь да найдем. Вот. Смотрите, уже 6 булыжника, 7, 8, 9, 10. Вот, это 10-й булыжничек был, вот он, 10-й. Вот. Давайте продолжим ломать. Вот еще. Ой, я застрял чуть не... Ой, сгорел булыжничек. Это плохо. Слушайте, давайте еще немножко земли даже накопаем. Лучше земли копать, чтобы это перейти на ту сторону, а то без земли дождь будет плохо очень это переходить туда. Очень мало у нас блоков будет, и мы с вами не перейдем туда. Вот, я думаю, блоков 1000 нам понадобится, чтобы туда перейти. Вот. Я думаю, какой-нибудь сюрприз нас там ждет на той половине острова. Или там вообще ничего нету. Может, там одна пустота. Вот как есть, так и будет. Интересно. Слушайте, у нас уже есть почти стак блоков всяких вот разных камней. И вот этой, как я, грязи, грязюки вот этой земли. Все, я думаю, нам столько не хватит, я думаю. Ну, посмотрим с вами, ребята. Давайте хотя бы надо начать уже. Ой, ребята, сколько вот тут еще блоков мы с вами не подобрали. Смотрите, слушайте, уже... Ой, чуть не подгорелся. Вот, давайте начнем уже делать наш мост. Вот такой вот, вот так вот. Я не понимаю, что это такое. Вот, давайте вот так вот сделаем, чтобы мы с вами не... А почему я... Как в каком-то земле оказываюсь, я ничего не понимаю. Слушайте, ребят, это очень как-то странно. Почему я каждый раз оказываюсь в блоке земли? Очень интересненько. Блин, ребята, как вы думаете, если я сейчас повернусь, я чуть не упал? Блин, ребята, как вы думаете, блок, какой блок? Там видна земля? Не видна. Слушайте, что-то, мне кажется, мы зря это все делаем, и там ничего не будет. Но сейчас, ребят, посмотрим. Вдруг там реально что-нибудь драгоценное, миллион алмазиков есть, и все такое. А может, это какой-нибудь, кстати, реально житель сделали вот это все, какой-нибудь, я не знаю, трактором проехался тут своим ковшом, тут все, набирал землю, и этот бедрок и уехал, и всю землю украл тут, которая была, и мы теперь должны вот так все восстанавливать своими ручками, вот, да. Ребят, ну-ка поворачиваемся, и мы видим, ребята, землю, смотрите, какой, и там что-то есть, там, похоже, деревня, ребята, интересненько, давайте продолжим наш путь. Ой, ребята, закончилась земля. Я думаю, надо возвращаться и опять копать землю. Но у нас есть еще немножечко булыжника. Я думаю, нам его, конечно же, не хватит. И нам понадобится еще стака земли, наверное. Я думаю, надо их будет накопать. Смотрите, мы уже с вами почти пролетели эту бездну тупую. Давайте сбегаем за землей еще немножечко и накопаем ее. Смотрите, там уголь есть, я не знаю, зачем он нам. Но я думаю, он нам не нужен. Вот, давайте вот прямо отсюда начнем копать, чтобы... Я не знаю для чего, проще, что отсюда, на чем копать. Вот, ребят, смотрите, у нас есть 10, 11, 12, 13, 14 штучек. Вот это ничего себе, вот это клево, ребята. Смотрите, я просто быстро так ломаю, как трактор, реально собираю все эти вещи. Напишите, кстати, в комментарии, вы в детстве когда-нибудь играли...
песочницы и там строили какие-нибудь необычные там мосты всякие эти под это водой там заливали это, ну в общем это на ну все такое вот делали там всякие штучки вот это. Вы смотрите, у нас уже 60 блоков земли и уже 64 даже, и у нас лопатка закончилась. Но я думаю, нам этого по это уже все достаточно будет. И я думаю, мы сейчас уже с вами перейдем на другую сторону этого кратера, вот такого вот здоровенного. Давайте подбежим туда, вон уже виден булыжник, который у нас самый последний был. И вон они, уже края видны того мира, другого. Интересно, там люди добрые на том конце карты или нет? Напишите в комментарии, как вы думаете, добрые они или нет. Вдруг они сейчас нас из лука будут пиу-пиу, и мы опять упадем в эту бездну. Вот, это будет не очень хорошо, я так думаю. Но я думаю, они там доброжелательны, вот. И они нам ничего не будут делать плохого. Накормят нас и полежат спать. Вот. Ребят, давайте повернемся и посмотрим, сколько нам осталось до той половины земли. Раз, два, три. Ой, прям вообще немножечко остались. Ребята, смотрите, еще чуть-чуть, и мы достигнем нашей цели. Ой-ой-ой, блин, я не с той стороны начал делать. Во, фу, хорошо, мы ее подобрали, землицу, ничего не упали. Давайте продолжим. 20 штучек, 19, 18. Блин, все меньше и меньше блоков становится, а у нас копать нечем, землю нечем. Лопатка сломалась. Вот, ребят, смотрите, мы уже с вами почти подошли к нашей цели, и остался у нас один блок. Слушайте, нам не хватает, буквально блоков 40-50. Я так думаю, блин, надо придется возвращаться в нашу, на тот остров, чтобы опять накопать блоков, о, это, булыжника или земли. Но я думаю, скорее всего, мы будем ломать булыжник, потому что у нас лопатки-то нету. Чем мы будем ломать землю эту тупую? Так, давайте попробуем, будем, короче, ломать булыжник или лопаткой. О, это, попробуем это, землю копать. Давайте все-таки землю сломаем с вами. Вот эту тупую. И вот, смотрите, у нас уже 5 блоков целых. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Смотрите, я уже до 11, даже до 15 умею считать. Вот, смотрите, сколько мы с вами уже тут накопали. Ну-ка, 14, смотрите. Я до 14 умею считать. 15, 16, 17, 18, 19. Вот, сейчас 19, вот 20. Вот так вот, ребят, смотрите, я научился считать. До скольких вы, кстати, умеете считать, напишите в комментарии, мне очень будет интересненько. Вот, смотрите, уже 25, 27, 29. Вау, ребята, крутецкий счет у нас такой вот. Я думаю, уже хватит копать. Вот эти сейчас два булыжника последних, ой, земли, а булыжник, вот это я, ну, сказал, булыжника, 36 земли, я думаю, этого достаточно будет, слишком много у нас уже, я думаю, мы с вами уже перелетим этот полуостров, вот этот наш, в котором нет никаких жителей, и отправимся, где есть жители, где нам будет очень интересно с жителями болтать, все такое, тра-ля-ля. Му-му-му, вот, да-да-да, бежим, 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 и вон уже виден этот остров. Я думаю, мы сейчас к нему подберемся уже вплотную и поприветствуем жителей. Вот, смотрите, ну я думаю, да, 39 блоков земли нам будет достаточно. Смотрите, уже я чувствую, мы подходим к нашему острову, ну, точнее, не к нашему, это, конечно же, чужой остров, там неизвестно, люди будут хорошие или плохие. Ребят, смотрите, уже 20 штук остается. Я думаю, нам это достаточно будет этого, чтобы мы могли дойти до этого острова. И смотрите, уже 10 штук. Ой, ребята, я уже вижу этот. Все, ребята, мы прошли с того конца острова на этот. Вот это да, ребята, смотрите, просто опупеть. Жители, привет, я с того конца города, ну, земли, можно так сказать, что тут у вас есть. Ну-ка, давайте посмотрим. Ой, у них тут что есть, у них даже покушать есть. Вот это круто, ребята.
Ну все, ребята, мы выполнили нашу цель этого видео. И я думаю, надо прощаться с вами. Все, ребята, всем огромное спасибо за просмотр, ребята, всем удачи. Обязательно ставьте лайки, рассказывайте мамам, бабушкам, мамам, близким, дедушке, всем друзьям, родственникам, одноклассникам. Рассказывайте про это видео, ребят. Все, ребята, спасибо за просмотр. До свидания, ребят. Пока-пока-пока-пока-пока-пока!